Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Василич. Сегодня покажу я вам, что делается с размороженной вишней. Вот, была в заморозке, я достал ее, где вот брал, соус сделал для рыбы, минуя вот это вот лимона. Вот, сейчас быстренько покажу, это недолго делается. Также легкий салатик будет, это у нас вот капуста морская, морковочка нашинковал, яблочко и наше масло, подсолнечное масло. А оливковое я не беру и не пользуюсь им, потому что оливковое масло, передачу Минздрава смотрел, имеет на 50% меньше питательных свойств, то есть витамин. Зачем я буду дурацкие, высокие такие масштабные деньги отдавать? Для красоты названия, так лучше для организма, больше витамин я подсолнечным маслом затрачу. Ну, беру блендер, вот так вот, воткнул, подставляю и начнем блендерить. Ну вот, сбили, видите, ягодки разбились, вот, беру баночки такие и выкладываю в баночку. Теперь достаешь, можешь так вместо лимончика употреблять кислое. Можно соусы делать, я показывал, добавлять разное для рыбы, для мяса. Все вот так вот в баночке и в холодильничек. Закручиваете и убираете. Все. Безотходное производство. Ну вот, завершили. Взял я баночку, вот, где отстоялся сок уже вишневый. Ну и приступим к нашему салатику легкому. Вот, взял я, чтобы лучше размешивать, такой салатник. Сейчас мы сюда, показываю, берем терочку и на крупной терочке, то есть ячейки крупные, натирать будем яблочко наше. Натерли яблочко и берем, ну это чтобы обычно лимон, ну возьмем соку, вот, и соком две ложечки надо как бы полить наше яблочко, чтобы оно не потемнело, это для того делают соком лимонным. Ну, он тоже кисленький, цвет придаст. Вот. Так что вот яблочко наше. Следующим мы берем капустку. Вот так вот. Прямо высыпаем сюда ее в наш салатник, для того, чтобы потом было проще нам или подавать, или же в салатник перекладывать и перемешивать. Взяли, разровняли вот так вот
по салатнику. Берем нашу морковочку шинкованную, тоже сюда опускаем, выкладываем. Разровняли морковочку нашу, разровняли. Берем масло и поливаем маслицем. Вот. Полили и размешиваем. Вот. У нас получается легкий салатик, витаминный. Вот. Таким образом. Ну, сами смотрите по ингредиентам, сколько вам вы будете для одного, для двоих, для семьи готовить. Вот так вот перемешали. Ну, покажу, берете салатник, это я для показа, что как делается, лучше было, не мешалось не в этой салатнике. И произвольно мы, она и перемешается лучше, выкладываем в наш салатничек. Вот таким образом. Видите, получается перемешано все. Ну, вкус стоит, ребята, девчата. Вот. Руки. Глаза боятся, руки делают. Так что сейчас мы возьмем вот такой попроще. И побыстрее будет. Раз. И обман зрения. Здесь салатник большой, якобы. Да и у нас этот салатник неплохой. Вот. Таким образом. Готов легкий салатик к столу. Пожалуйста, садитесь, кушайте. Если кушаете, то приятного аппетита. Вот так вот выглядит. Оригинально. С вами был Василич. На этом заканчиваю. На YouTube записывайтесь. Бородатые рецепты Василича. Пока-пока. Одеколоном пахнет она. Муся, а насколько ты больше? Муся. Муся кабан. Все, успокойся. Тихо. Муся кабан. Тихо. Муся, все. Тебя меняют. Муся. Муся, тебя меняют. Ой, она рает. Ой, рает она. Ой, да, кисонька большая больше тебя. Да, кисонька большая больше морды твоей. Да. Мысик, это что, скажи, за чучело? А каких вообще размеров чучелка? Ты смотри, какая маленькая. Ну-ка. Скажи, я большая. Ты каких размеров-то вообще? Ты мини-собака. Мини-собака.